Всем приветики, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на своем канале. У нас уже почти 9 часов вечера, а я только начинаю свой влог. У нас сегодня просто сумасшедший день. Это вообще. Рассказываю все новости. Во-первых, Настюшке привезли ковер. Ура! Ковер! Настенька, пошли смотреть ковер. Заказывали в магазине Вайкики. Он такой приятный, пушистый. Вообще супер. Мне он очень нравится. Настюшка уже сидела сегодня, все эти звездочки показывала и ножками так дрыгала. Ну, короче, довольны мы. Сегодня была просто огромнейшая закупка в магазине Виталюр. Сегодня затарились такими продуктами. Посмотрите, что Настя сейчас делает. Кто целуется? Кто целуется? Сейчас пойдем купаться. Купила Настюша там носочки, колготки, всякого там по мелочи. И хотела показать вам. Так, ну мы тут немножко закупились. Что хотела показать из самого вкусного, что купили, это вот это вот и посоветовать масло сливочное президент. Кто не пробовал, пожалуйста, всем рекомендую, попробуйте. Оно то дороговатое, но когда по скидке, очень классное. Далее хочу порекомендовать наш белорусский сыр творожный Савушкин продукт. Есть такой же с прованскими травами. Ну, вот я взяла сливочный, кто еще не пробовал, попробуйте. Далее вышел новый вот такой вот йогурт, что мне понравился, без сахара. Ну, это этот, Activia, без сахара. Поэтому взяла. Так, что я хотела показать из таких закупочков. Новые вышли, вот такие я ни разу не видела. Фрутоняня, фрукты и злаки. Настюша взяла мюсли, фрукты, яблоко, малина, ежевика. Здесь у нас отдельная полочка и все Настюшины питание такое стоит. Так, далее, что я хотела показать. Настюша купили нашу белорусскую. Кстати, здесь ее тоже полочка. Все ее стоит, а здесь у нас аптечки. А здесь купили нашу... Ой, вы купаться идете? Я бы хотела показать, ну ладно. Идут купаться. Нашу белорусскую белактовскую кашу на козье молоке. Она такая вкусная, вы не представляете. Всем рекомендую. Потому что наши белактовские мне как-то не очень нравились. Но вот это просто number one. Я потому что всегда, когда Настюшу кормлю, что-то делаю ей новенькое, всегда сама попробую, а потом только Настюше даю. Так, купили здесь всякие соки, что мне понравились. Есть, кстати, определенные соки, фрутоняни, и они показаны, что они гипоаллергенные. Вот, это ее печенье я пересыпала в пакет, потому что она коробку всю, короче, помяла. Витаминку мы пьем, наверное, мне кажется, все детки пьют вот этот Aqua D3. Так что вот, сходили мы сегодня в поликлинику. В поликлинике, ой, людей, конечно, очень много, поэтому лучше не болеть. Мы там ходили за анализами, потом мы поехали в другую поликлинику, в пятую. Находится возле зеленого клена. Короче, целый день вот такое вот какое-то просто в движении. Еще мне пришла смс-оповещение, то, что готова моя банковская карточка, поэтому надо в ближайшее время поехать ее забрать. Так, я постелила коврик. Этот пока сюда. Хочу завтра заняться вот этим нашим шкафчиком для игрушек, домик для игрушек. Вот эти вот все книги хочу тоже разложить, потому что все как-то вот так вот стоит одним комом, а хочу все красиво расставить, все протереть, но это уже буду заниматься завтра, потому что уже поздновато. Вот, приезжала Света, мы с ней сегодня тут тоже готовили, я приготовила мясо. И вот
просто говорю всем. И просто, кто еще не пробовал, мой секрет идеального мяса – это добавить... Ой, Сережка уже так много съел, была целая. Добавить щепотку мускатного ореха. Вот просто попробуйте. Оно такое сразу становится ароматное. Вот. Ну, в принципе, кто куда добавляет. Кто-то в кофе добавляет мускатный орех. Кто-то, ну, может, в другие. Но для мяса это просто ма. И добавила на мясо крупную морскую соль. Тоже очень вкусно. Все Света сели, поели с пюрешкой. Я вчера пюре сделала. Все Света говорит, как вкусно. Короче, как говорится, праздник живота. И купила вот такую вот быстров овсянку по-новому, потому что, думаю, вот реально молодым мамам надо, чтобы было в запасе такой вот быстрый перекус, чтобы можно было насыпал, залил, покушал, потому что времени вообще нет. Так, выхожу на балкон и хочу показать, свет не буду включать, хочу показать, что у нас сделали в соседнем доме на балконе тоже цвета бело-красной лампочки. Посмотрите, сейчас открою окно. Вот, видите, на балконе флагом бело-красно-белое. Ну, правда, они там стоят датчики на движение, поэтому затухают. Но сама идея понятна. Боже, какой классный. Я так обожаю, когда хорошая погода. И входишь вечером на улицу, открываешь окно и дышишь вот этим вот воздухом. Просто класс. Ой, Сережка с Настюшкой купается. Кто купается? Ну, купайтесь, купайтесь. Ладно, подсматривать не буду. Так, что у нас здесь? Так, ну, вы знаете, я поняла, что когда маленький ребенок беспокоится о том, чтобы было где-то вот все в порядке, все красиво разложено, сложены игрушечки в одном месте, это просто нереально. Вот просто надо принять этот факт и все, и успокоиться. Потому что сколько бы ни ходили, сколько бы ни убирали, все складывали, ну, порядка это не видать. Просто надо это принять этот факт, так сказать. Я решила попить чайку. Кстати, купили новый чай. Berry Bar, ягодный бар, вроде как переводится. Тесс. Что мне нравится, это чай, тест на качество. Ой, и купили сегодня. Постепенно буду так показывать покупочки. Вот такой вот гель для мытья посуды. Men Lab. Он для овощей, фруктов, детских игрушек и детской посуды. С экстрактом алоэ веры. Мне эта фирма очень нравится. Я покупала вот этой фирмы детский стиральный порошок. Но тут надо смотреть, есть производство Германии и есть Россия. Ну, что мне нравится с таким дозатором, быстренько, аккуратненько, оп-оп, нажал, помыл, и все удобненько. Ой, так, попью чайку, потому что сегодня вообще такой что-то насыщенный день был. Конечно, один поход в поликлинику, это все. Столько сил и энергии забирает. Это, конечно, вообще. Все детки плачут. Маленькие и взрослые там были, конечно. Да, лучше всего не болеть и не ходить по поликлиникам. Но что делать, когда плановые приемы? Вот, кстати, помните, я показывала, мы в магазине Ома покупали вот такую вот дощечку. Сергей взял. Я говорю, почему с рыбой? Сергей сказал, что это, ну, чисто для красоты поставить на кухню. А приехала мама, и она только потом сказала, что
Вот здесь нарисована рыба, что эта доска должна специально для рыбы резать. И была вторая же, и нарисована корова, то есть для мяса. Это специально сделали, чтобы не перепутать, то есть дощечки, чтобы это чисто пользовались под рыбку, а второй дощечкой чисто пользоваться под мясо. А мы не додумались, чисто из-за картинки так подумали. Ой, так, сейчас буду пить чаечек. У нас, кстати, здесь остался, папа заваривал, сушил эту чабрец. Можно, кстати, немножко его тоже добавить в чай. Буквально пару листиков. И побалдеть. Пойду сейчас Настюшку укладывать спать. Сергей ее покупает. Почему, кстати, Настя больше нравится купаться с Сергеем? Я не знаю. Может, то, что он там ее как-то так веселит. Вот реально, что у меня даже так не получается. Она хохочет прям вовсю. Так, Настюшка уже покупалась. Сережа пошел ее вытирать, одевать. Так, а я хотела показать, я сегодня себе купила крем для лица, потому что у меня уже все закончилось. Это корейский крем, не поверите, называется «Ласточкино гнездо». Не знаю, что за он. Первый раз, конечно, буду пробовать, но мне так просто вот... название такое интересное, «Ласточкино гнездо». Написано, что в восточной медицине, типа там что-то этот крем разработали, что классно. Буду, так что у меня уже вторая покупочка из корейской косметики. Так что сейчас буду умываться и попробую нанести этот крем. Потом расскажу свой результат, как и что. Вот, у меня уже теперь две корейские покупочки. Это умывалка О2 премиум и «Ласточкино гнездо». Так, Сережа с Настюшей покупались. О, надо повытаскивать игрушечки ее. Вот, кстати, как вы думаете, какая Настина любимая игрушка? Это вот этот вот черпачок из-под ванночки. Она постоянно сидит, обливает, я ее обливаю. Так, и коврик. Без коврика никуда, потому что ванна, кстати, очень-очень скользкая. И Настюшкин вот такой сейчас Johnson's Baby пользуется. Детский шампунь и пенка для мытья и купания. И вот такой вот Happy Baby шампунька без слез. И также я иногда... вот таким вот мустеловским шампунчиком заканчиваю его. Французский тоже очень-очень классный. Это он был от сиборейных корочек. Я его покупала с рождения Настюши. Вот такая наша мочаловка. Ой! Ну вы поняли, мочалка. Кико-чико. Ну, натуральная такая губка и такая вот веселенькая наша рукавичка. Вижу, что хотелось еще показать, что мы сегодня купили. Вот такое вот мыло Dove, кто-нибудь пробовал, это просто. Я занюхнула такой аромат, инжир и что-то еще. Аромат инжира и цветка апельсинового дерева. Я просто влюбилась. И вот такую вот пасту Rox Sensitive. Мне вот эти Rox самое больше нравятся зубные пасты. Конечно, они дороговаты, но я зашла, и там акция, грех было не взять. Потому что вот эти... ну, короче, классная паста. Так, все складываю на место. Буду умываться и пойду укладывать Настюшку спать. Завтра у нас насыщенный денек. Так что все, дорогие друзья, увидимся уже с вами завтра. Всем пока-пока.